Всем привет! Пришла сегодня мышка с Алиэкспресса. Стоит она 300 рублей. Вот такой комплектик. Мышка аккумуляторная. Была там точно такая же. За 160, по-моему, рублей. А это с аккумулятором. То есть батарейки как бы к ней не нужны. Заряжается она написано, что 2-3 месяца. Типа как хватает аккумулятора. А потом включаешь там ноутбук, тут горит синенькое. Когда зарядится, перестает гореть. Мышка пришла заряженной. Пришла стандартно в этой упаковке. В двух пакетиках. Один этот пакетик, второй для шнура. Ничего интересного. Штекер самый обычный, самый дешевый, простой, короткий. Но вот мышка дошла, я бы сказал, что она не поцарапана, не сломана. Все работает, проверил. Колесико, кстати, мягкое, удобное. Кнопки довольно такие, не сильно щелкающие, такие тихие. Там видов было несколько, черные, там какие-то серые, серебристые, ну, были с аккумулятором встроенным, они 300 рублей, а были без аккумулятора, по-моему, рублей 180. Ну, типа мышка под Apple, ну, я не знаю, мне нравится такая. У меня была такая же вот тоненькая маленькая мышка, ну не Apple, обыкновенная, там за 650 рублей. Мне не понравилось, удобно так-то, у меня даже пальцы длинные, но и то как-то удобно. Так, ну что, включить ее? Наверное, разобрать еще. Так, разобрать, поглядеть, что там китайцы внутри этой мышки ставили. Что там вообще есть или чего там нету. Эта мышка без всяких названий. Можно лепить любое название и продавать под любой маркой. Тут даже тоже нет никакого названия, обычно здесь марка или что-то такое. Никаких неопознавательных знаков, ничего нету. Так, эту мы отклеили. Сейчас открутим. Глядим, что там внутри страх какой-нибудь. Что-то она хорошо работает везде. Это я как бы не на хороших поверхностях использую. Я на ноутбук ложу и прямо по ноутбуку ложу. И она хорошо работает. Некоторые не работают рублей за 600, которые купишь. А это работает. Так, ладно, разберем. Пока она мне нравится. Сейчас поглядим, что там внутри. Что-то не открывается. Что там приклеено, что ли? Ага, открылось. Так, защелки тут. Ничего, все в порядке, на месте. Ничего не сломал, пока открывал. Так, вот и мышка. Ну, что можно сразу сказать? Ну, ни одной платы сделано, как иногда вообще липушку сделают и зальют там этой эпоксидкой. Это уже красиво, как бы. Кнопки, конечно, не какие-то нестандартные. Скорее всего, они быстро накроются, я так думаю. Потому что стандартные кнопки в два раза больше. Так, что еще? Колесико держится. На дешевых мышках вообще нет поддержки у колесиков. Вот тут с этой стороны поддержка и с этой. Я видел на 650-рублевой мышке из Эльдорадо. Там вот только держится вот на этой херне. И даже никаких поддержек нету. Вот только кнопка вот эта единственная, что она не отвалилась. Вот. А тут хоть какая-то поддержка есть. Ну, конечно, такая средненькая поддержка бывает. Вообще хорошая. Так что колесико тоже скоро накроется. Но все-таки как не сказал бы, что уж не должно быть так быстро-то. Бывают мышки еще дешевле, еще хуже. Так, тут что, светодиод, это я не знаю, что, какая-то платка. Два конденсатора. Этот приемник. Микросхема. И эта кнопка, которая регулирует скорость там ползания этой мышки там в этих пикселях, там какие-то там расчеты у них туда-сюда. Так, аккумулятор стандартный аккумулятор,
14500 на 480 микроампер. А он еще даже снимается. То есть что-то получилось. Получается 3,7 вольта. Но это модель 14500, я так понимаю. 480 микроампер. Вот такой аккумулятор может 100-150 рублей стоить только один. Ну вот так и есть. Мышка с аккумулятором. Без аккумулятора стоит. Мышка без аккумулятора стоит 160 рублей, с аккумулятором 300. Ну, такой аккумулятор надо искать, заказывать, так что удобнее, наверное, такой скупить с аккумулятором. Ну, не знаю, мне кажется, нормально сделано. Я не считаю, что отвратительно сделано. То есть сделано более-менее прилично. Так, сейчас как бы я закрыть еще на эти защелки, которые могут отломиться. Так, угу. Закрылась. Закрылась. Не отпадывает. Так, закручиваем. В общем, если кому-то интересно, покупайте на Алиэкспрессе мышку за 300 рублей, в которой есть аккумулятор. Больше не надо будет никаких батареек. Так, что тут все закрылось? Закрылось. Все вроде плотненько так у них, ну более-менее во всяком случае. Это кнопки. Вот, это еще для этого вставляется. Так, это мы заклеим. Как будто так и было, будто не разбирали. Вот весь рассказ об этой мышке. Так что, если кому-то интересно, 300 рублей на Алиэкспрессе. Я считаю, что за 300 рублей это достаточно прикольная мышка. Можете покупать. Я так думаю, она будет получше, чем за 600 рублей мышка в Эльдораде, которую недавно вот мы тут купили. И она у меня накрылась. А за 300 рублей будет все равно лучше, чем за 600 рублей в Эльдораде. В общем, все. Короче, тут, наверное, больше рассказать уже не о чем. Тогда, если кому-то видео понравилось, ставьте лайки. Всем пока, счастливо.